Город Москва, Московский метрополитен, станция метро Лермонтовский проспект. Находится на 7-й линии Московского метрополитена, который называется Таганско-Краснопресненская. И эта линия идет с северо-запада на юго-восток. Ну, в данном случае я нахожусь на юго-восточной части. Лермонтовский проспект – это третья станция с юго-востока. От Котельников идет. Ну, стильная такая, красивая, видно, что новая. Потолок овальный, еще со всякими такими штуками.